Секундочку. День отдыха у вас был. Удалось восстановиться, чем занимались? Два, да. Да, особо ничем. Ну, 9 мая, естественно, ездили, возложили цветы. А 10-го сегодня, получается, уже тренировка. Вчера полдня было таких выходных, останавливаясь. Чем занимались? Ну, что, погуляли. Так, ничем особенно таким. Соборы не заходили? Не заходили. А у нас главная проблема во встречах со слабыми соперниками, ну, строится. Мы с Италией вы сыграли здорово, вот на датчан тоже не будет проблем с этим? Ну, надеюсь, что не будет. Я думаю, все понимают, что на датчанке никто не должно быть. Поэтому будем готовиться. Когда Панарин приехал с первой же тренировки нашей старой химии, или время потребуется? Да я не знаю вообще такого слова, химия. Ну, взаимопонимание. Но... Химия – это предмет в школе. Да нет, ну конечно, я думаю, мы его помним, и мы помним, в принципе, и Гусев чуть скос с ним, поэтому проблем не было. Жень, в прошлом году вы обыграли, знаешь, что там 10-1? Не, я не помню. Я не помню по счету. Вы забили гол, кстати. Ну ладно. Седьмой. Вы были на чемпионате мира. А? А, да? Спасибо. Да нет, ну что было в прошлом году, в этом же новый турнир, новый игра будет завтра. А смотрите, Евгений, матч турнира или лучше отключаться в такие моменты? Да особо их не показывают много, на самом деле. Один канал показывает, пару матчей видел, ну, не очень много. Ну, Данию не видели, да? Ну, я думаю, нам покажут, у нас есть тренера, будет видео какое-то сегодня. Вас удивили какие-то результаты на чемпионате мира, кроме нашей команды? Например, то, что Латвия лидирует в нашей группе, или то, что финны проиграли уже два матча? Ну, может быть, то, что финны французам, такой большой счет 5-1, как бы, а, ну, и, может быть, то, что немцы и американцы выиграли тоже. Здесь сейчас утверждается тема, что вполне возможно, что вам придется играть в четвертьфинале в Париже. Настроено то, что вот если надо будет, так, значит, поедем, так сложно, так сложно. Были там раньше? С хоккеем? Нет, ну, в Париже был, а на льду играть не доводилось. Почему Батягин на лед с собой сегодня не взял? Ну, он отдыхает, он хочет. А приехал потому, что скучно ему без вас? Не знаю, может, ошибки какие подскажет нам все. Вообще, как, действительно, все-таки он капитан, и насколько потеря Сергея, если она будет, конечно, в следующем матче? Ну, надеемся, что потери не будет, может быть, пропустит матч с Данией, а дальше выйдет. Я надеюсь, что все хорошо будет. То есть Дания справится без него? И постараемся. Спасибо. Спасибо.